Привет, это канал Картонка. И мы сегодня попробуем быть строителями. Мы сегодня соберем специальный 3D пазл. Это будет домик для R2-D2, для того, чтобы он пригласил в гости C3PO. Так, это коробочка. Это французский дом, называется отель. Вот, мы достаем вот такую вот основную платформу. Это будет основа нашего дома, фундамент. Достаем такие здесь заглушечки маленькие, для того, чтобы были посадочные места. Вставляем сюда. И окна нужно достать, смотри. Окошки же тоже должны быть. На. Доставай все окошки. Как делать окна в доме? Надо взять пальчиком изнутри давить на улицу. Получается настоящее окно. Евро. Мы ставим назад наши стены. У нас есть еще вот второй этаж, где будет стоять кровать. Смотрите, какая классная двухспальная кровать. Как вы думаете, R2-D2 на ней поместится? Второй этаж мы прикрепим пока сюда. Вот так. И вот так. Мы собрали стены, второй этаж. Здесь у нас есть кровать, тумбочка с цветочком. И Айлюша наковырял все вот дырочки. Теперь мы можем соединять все. Ставится это вот так. Вот, видишь? Я буду собирать дальше вот здесь вот террасу. Она вставляется прямо вот сюда. Так, строим стены дома. А кто вообще исполнял эту песню? Доминьоны. Нет, доминьонов кто-то еще это делал. Ой, смотри, стоит. Иди сюда, прячься за стены. Вот смотри там. Вон наши зрители сидят, видишь? Да. Сколько их сможем посчитать? О, там целый зал. Ладно, продолжим. Эта штука складывается вот так. Вот. И здесь делаются такие карнизы такие, да? Чтобы защитить от дождя. От дождика, правильно. И для того, чтобы ставить этот забор, нужно сдвинуть весь дом. И одевается вот сюда. Крыша. Крыша. Нам осталось... Что осталось? Посмотри сюда. Крыша. И веранда. Да вот эти, да вот эти. Так. О, довольно крепкий. Илюша посадил цветочек. Мы ее складываем вот так. Разворачиваем сюда. Вот, вставляем. Это получится третий этаж. А это меню. Смотрите, этот домик действительно как настоящий, только в миниатюре. Тут есть дверьки, внутрь туда зайти можно. Там внутри стоит мебель, кровать, стульчик, на который можно сесть. Вот цветочки висят, вывеска, отель, ресторан и меню. И вот есть флаг Франции, это французская усадьба. Смотри! Мы нашли место для C3PO, он может поместиться на крыше. Ой, смотри, можно сделать вот так вот. И он будет барабанить по крыше и кричать: «Эй, соседи, внутри!» А напротив должен как-то сесть R2-D2 и пищать. На самом деле мы забыли одну штуку поставить. Соседи, соседи! Это ужин или обед. Он стоит на кровати. Но для того, чтобы его поставить туда, нужно сорвать крышу. Давай сделаем так. Давай снимем крышу, посадим внутрь C3PO и заодно поставим туда обед. Вот. А C3PO довольный в гостях у R2-D2. Торчит голова C3PO. И кричит внизу шеф-повару: «Где мое моторное масло? Надо меня срочно смазать». Ой, вы знаете, это на самом деле рядом с усадьбой стоит обычное мусорное ведро.
Илюша, а какую ты песню пел? Па-па-па-па-на-на-на. Па-па-па-па-на-на-на-на. Это точно. Пиши в комментариях, кто исполнил эту песню в оригинале. А то я не помню. Надо, очень интересно. Это миньоны. Нет, миньоны. А кто ее до этого исполнил? Да? Я ну что, ставьте лайк. И подписывайся на канал Гальтунка. Пока-пока. Пока-пока.